Летом на Красной площади столицы появится новое колесо обозрения. Оно станет подарком горожанам ко дню города. Город на ладони. Новое колесо обозрения установят на Красной площади вместо предыдущего аттракциона. Диаметр колеса 55 метров. Чебоксарское око расположится между заливом и мостом, ведущим к монументу матери-покровительницы. Подрядчика выберут к началу апреля. Монтаж колеса должен быть произведен 3 августа 2017 года. И открытие намечено на 20 августа этого года.